Так, ребятки, всем привет, всем добрый день. Сегодня вот на таком месте я, ну, на своем обычном месте, дома. Вот, шаббат сегодня у нас, выходной день. Все спят, видите, трасса не загружена. Выходной, в шаббат не делаем ничего. Но я готовила кушать, правда, с утра. А так, ничего не делаем. Только отдыхаем. Можно на качельке покататься. Там Иерусалим у нас видно. Вот. Там кладбище. Тут наш туннель. Вон машинка заехала. А тут просто прогулочная зона. И я вышла прогуляться на этом фоне. Вообще обожаю просто вот этот, вот это место. Это лучшее место. Вот, иду прогуляюсь, думаю, покажу вам что-то. Потому что давно не была сама здесь, на этом месте. И, естественно, вас с собой всегда беру. А вы не смотрите, не ставите лайки, не подписывайтесь. А я стараюсь. Я хочу сейчас спуститься туда вниз. Не знаю, где это сделать. Раньше можно было здесь это сделать. Либо там обходить. Там как-то я не хочу обходить. Вот там вроде бы можно на той стороне спуститься хорошо. И я вам покажу, расцвели цветочки. Ой, блин, как же они называются? Анемоны? Анемоны? Я не знаю, сейчас я загуглю этот. Посмотрю, как они называются. Там их так много. Классно. Видите, какая погодка у нас хорошая уже. Солнце светит, 16 градусов на улице. Сейчас уже 2 часа или 3 часа дня. Футболка. Волка как-то неудобно. 2 часа дня. И то есть такая у нас отличная погодка сегодня. Такой цвет этот яркий, мне так нравится. Этот худи мне подарила его сестра. Такой цвет вообще классный. Так, и вот смотрите. Вот тут мне нравится. Ель такая. Цветочки. Эти, я не знаю, эти вечно голубые, вечно фиолетовые. Не знаю даже, как это называется. Но оно всегда цветет вот так вот. Так, сейчас найти бы лестницу, спуститься вниз туда, в это ущелье. Там просто рожай такой на земле. Вон розочки цветут. Все цветет, знаете. Все цветет, все оживает. Ну, видите, суббота такой день. Люди ходят на прогулочки. Никто не работает. Не сходить, не купить мороженое, пирожное. Все ждем, когда закончится шаббат. Закончится он с заходом солнца. Вот. И все откроется. Тут жизнь кипит тоже у пчелок. Вы видите? Они работают, шаббат не соблюдают. Так, там люди идут, я стесняюсь спускаться там. Я никогда там не спускалась. Я вижу, что люди там спускаются, поднимаются. Вон, человек с собакой там поднимается. И я сейчас туда спущусь. Цветок все-таки анемона называется. Анемон. Вроде. Не смейтесь. Лучше исправьте. Вот эта лесенка. Видите? И я спущусь сюда. Не очень люблю такую дикую природу. Не совсем дикая, тут люди гуляют часто. С собаками. Сами гуляют. Где-то вон засрали чуть-чуть с кресла. И вот, сейчас пройдемся. Покажу вам полянки таких цветочков. Видите, какая красота просто. Надо смотреть под ноги. Змейки еще спят, я надеюсь. Вот собачки нет. Вот, смотрите, видите? Полянки какие. Вот такие полянки цветов. Видите, уже отцветают. Класс просто. И
вон, смотрите, сколько там. Пойдемте посмотрим еще. Просто идешь такой по полянке цветочков. Здесь ничего, я сейчас не встречу тут никого. Я люблю так гулять. Ну, а так не очень люблю. Я не трус, но я боюсь, собачка разгрызла мячик. Ну, как видите, тропинка протоптана. Люди проходят. Мы сейчас дойдем до конца с вами. Это просто дикие цветочки. Цветут весной. Весной. Сейчас февраль месяц. Какой сегодня февраля? 18 февраля. Не совсем весной, но цветут. Вон у щели, смотрите, где люди вообще ходят. Где-то их там только что видела. Эй, я только что видела людей. Вот они стоят. Замерли, они меня увидели. Вон, аж там ходят. А я здесь, на этой стороне. Так что, по природе вообще интересно путешествовать. Вот, там вообще такая полянка, вы видите? Или вы не видите? Вон сколько цветочков. Усыпано все. Не совсем так много, есть еще более усыпанные разные эти площадки, но есть где-то на экскурсии даже возят. А вот, туда там где-то на юг. Но я не езжу. Вот, смотрите. Там вон полянка. Видите, красненькая. Вот тут еще какие-то цветочки новенькие для нас. И вот дойдем до вот этой полянки. Вау, тут вообще классно. А я тут могу там подняться. И домой залезть. Вот тут мне уже мог подняться, там домой. Этот дорожка. Все под носом просто стоит чуть-чуть. Знаете, посмотреть за паркан. Вообще замечательная погодка. Деревья. А что это за дерево такое? Вот оно цветет. Звуки природы. Так что вот, ребятки, в таком прекраснейшем месте я нахожусь. Не знаю, как вам меня видно, не видно, но очень-очень классно, красиво. Я не могу. И жарко уже, кстати, очень мне. Не знаю, как это. Пойдем прогуляемся еще дальше туда и посмотрим там. Думаю, будет не менее красиво. И вот здесь я сижу, уже солнышко припекает и очень-очень мне некомфортно. Ну, цветочки просто прелесть. Делаем кадр. Пойдемте. Пойдемте обратно. Завели меня. Вот тут еще желтенький есть. Это я стою, закрываю все вам. Весь вид. Вообще просто я балдею. Так что сезон сейчас этих цветочков, кому хочется. Есть, я же говорю, экскурсии, куда можно поехать. Там вообще все поля просто усеяны. Просто вы смотрите, как у нас, знаете, есть маковые, типа, поля красные. Вот так и здесь. Только это не маки называется, а анемоны.
покемоны. Короче, так как-то. Так я иду дальше. Не знаю, зачем я это делаю, но иду дальше. Просто красота. Я люблю такое. Весна, дома у нас снег идет. Снег, а тут вот такая красота. Спустимся тоже туда. Я только вот здесь я спустилась. Я еще даже далеко не прошла. Сговариваю. Не так-то скучно. Тихо сам с собой. Я веду беседу. Ой, смотрите, я зря поднялась. Там внизу вон какая полянка была шикарная. Смотрите. У нас на работе тоже есть такая полянка недалеко от работы. Коля говорил, Оксана, там для тебя видеоматериал. Можно идти заснять. Но я туда не побоялась идти. Там такие эти заросли. Ну, в принципе, такие же. Просто нет протоптанных тропинок. Так что, ребятки, все. Всем пока. Всем хорошей недели рабочей, потому что выставлю это уже воскресенье. Но хотелось еще один выходной. Всем хорошей рабочей недели, хороших выходных. Всего хорошего. Надеюсь, вы подпишетесь, напишите мне комментарий, поставите лайк. И все. Всем пока.